У жителей республики появится дополнительная возможность принимать участие в обсуждении проектов градостроительства. Такое решение принято на заседании Кабинета министров Чувашии. Помимо традиционных публичных слушаний, где жители обсуждают строительство тех или иных объектов в городе, теперь можно будет выразить свое мнение на специальном сайте в сети интернет. В онлайн-опросе смогут принять участие больше жителей городов без привязки к месту и времени их нахождения. В каком формате проводить общественные обсуждения в конкретных случаях будут решать муниципалитеты.